Детский сад Унь-Югана внесли в Федеральный реестр инновационных площадок Института изучения детства, семьи и воспитания. У сельских ребят с годовалого возраста формируют креативное мышление и прививают им любовь к родине. С маленькими патриотами познакомилась Татьяна Герт. Хочу немножечко похвастаться нашим не последним, но новым приобретением – это кубики Кубора. Игра в кубики Кубора знакомит детей с основами моделирования и конструирования. Развивает детское инженерное мышление, тренирует воображение, учит работать в команде. Помогает деткам в дальнейшем, помогает им в учении, в учебе, когда они идут в школу. Как безопасно переходить дорогу, ведущую в школу, в магазин, на прогулку, учат в тренировочном классе. Здесь все в миниатюре, но по-настоящему. Светофор регулирует дорожное движение, площадка с пешеходной зеброй, есть настоящее автомобильное кресло. Правила безопасности дети изучают по инновационной программе «Зеленая азбука». Мальчик переходил пешеход под красным светом. Это правильная ситуация? Неправильная. А это изба-музей. Сюда дети приходят на деревенские посиделки. Педагог рассказывает, как предки готовили в ней щи да кашу. Коромыслом носили воду из реки, а в сундуке хранили самое ценное. Дети приобщаются к первоначальным ценностям социокультурным, такими как семья, забота, любовь. Любовь к родине через игру на народных инструментах в детском саду прививают с раннего возраста. В рамках патриотического воспитания ребята изучают символику страны, Югры, Октябрьского района. Здесь находится очень много пособий по патриотическому воспитанию. Здесь у нас музей нашего северного края. Детскому саду «Сказка» 39 лет, воспитанников 78. С детьми работают психолог, логопед, инструктор по спорту и музыкальный руководитель. Для работы в современных условиях учреждение оснащено оборудованием, которому могут позавидовать детские сады крупных городов в соседних регионах. Готовы работать в инновационном режиме и достигать новых каких-то успехов. Рейтинг нашего детского сада у родителей выше 90%. Пройдя проверку, независимую оценку качества образования и мониторинг качества образования, мы все их прошли с оценкой «отлично». Сельской организации дошкольного воспитания общего развития присвоен статус федеральной инновационной площадки сразу в двух направлениях – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование здорового образа жизни. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Октябрьский район.